Ну а если ты подпишешься и поставишь лайк, то тогда тебе выпадет новый легендарный боец в игре Brawl Stars. Ну а всем привет, ребята, вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами поиграем в игрушку под названием Brawl Stars. У меня есть для вас хорошая новость, не знаю как для кого, но для меня это хорошая новость. Сегодня мы с вами делаем новую цель, и эта цель 25 тысяч кубков. Не знаю, в этом сезоне или в следующем мы уже апнем. Но я надеюсь, что в этом сезоне, но если не успеем, не проблема, ребята, не проблема, мы в следующем продолжим. 25 тысяч кубков, я надеюсь, я это сделаю, плюс у меня 34 бойца, и я скоро получу Гейла, Гейл, да, вот, где ты, 30-й, у меня сейчас почти 22, ну и сегодня давайте откроем с вами верхнюю дорожку. Вот два мега ящика, еще бигбоксы. Ну, мне за очки силы дадут ящик, монетки. Нижнюю я не буду открывать, потому что, я думаю, каждый знает. Ну, типа, если у вас куплен Brawl Pass, открывайте до Гейла и потом открывайте нижнюю. Я протупил и я открыл вот внизу несколько сундучков. Но, думаю, это не важно. Я его прокачать хочу сразу же на фулл. И я думаю, у меня это получится. А, блин, я чуть не забыл. Топ-комменты и поехали. Ну что, ребята, пишите комментарии, кстати, и они попадут в топ-комменты в следующем видео. Давайте начинать открывать. Вот, Гейл, где ты, мой хороший? Я тебя так уже хочу получить. Плюс 700 кубков на тебе, так бы хотел набить. Или даже 750, не знаю, как пойдет на тебе игра или нет. Но знаю, ты очень имбовый, дед. Так что я не буду открывать пока мест нижнюю. Ну как, потому что у меня фулл аккаунт, и мне будут падать только монетки и, возможно, пассивки и гаджеты. Ну что ж, давайте откроем, ребята, 100 монеток. Очень щедро, дорогие разработчики. Мега ящик. Вот это настоящая сила, мощь. Напоминаю. У меня нету Макса. И это моргающее окошко. Есть. Это гаджет или пассивка, или же мифик. Вы понимаете, мифик. Карл, мифик. Ну что же. С богом. Спасибо. Вау, нормально на спраута. И что еще? И удвоители. Есть, нормально. На спраута пассивка. Но, к сожалению, вторая. Хотя у меня первая есть, да? Я не помню. Подожди. Да! Подожди, у меня первая есть. У меня две пассивки на спраута. Класс. Не, мне первая больше нравится, и первая более имбовая. Поскольку я знаю. Неплохо, неплохой улов. Неплох, неплох. Кстати, смотрите, вот давайте скриншотик сделаю. Биг бокс мы забираем, потому что у меня фулл аккаунт. Круто. А, что? Я не слепой, подожди. Одиничка из биг бокса моргает. Вы чё? Это пассивка... Ой, гаджет на Джесси. Я очень хотел на Джесси гаджет. Очень, признаюсь, я очень хотел на Джесси гаджет, так как она прям имбово замедляет. Плюс заряда на матче 3. А ну-ка, у меня запись идет хоть? Да, идет запись, моя дорогая. Есть. Ну что ж, давайте. Биг бокс. Еще один. Слава богу, здесь ничего нету. Вот серьезно, я уже как... не знаю... Фух, ну два улова, два жестких улова, это пассивка и гаджет, имбовый гаджет. Не сказал бы, что гаджет плохой. Здесь мимо, ну и мегаящик, не подведи. Да, еще три раза, хэт-трик. Вау, ну если здесь будет персонаж, не, я не буду ничего делать, я не хочу сбривать брови, не, я не хочу как Холдик делать всякие... Наказание. Это гаджет. На ниту, прикинь. На ниту. Это очень имбовый гаджет. Это очень имбовый. К сожалению, его после обновы пофиксили и сделали два заряда на матч. Но это жесть. 3, 4. Не, подожди. 5 ящиков, по-моему. Что я буду угадывать? Давайте посчитаем, сколько ящиков мы открыли и что мы словили. На ниту гаджет. Он очень имбовый. 2 имбовых гаджета. Одна... Не сказал бы, что имбовая пассивка, но как для кого, я не знаю просто, я не киберкотлета, и я не знаю, как
как оценивают эту пассивку топы. Вот, смотрите, один ящик, мега-ящик, и нам из него выпало... что нам выпало? Нам выпало гаджет на справа. На справа-то пассивка. Кстати, лучше бы гаджет на справа-то выпал, серьезно. Ну, пассивки, они реже падают, чем гаджеты, так что пассивки тоже не так часто падают, как, к примеру, гаджеты. Но все же, все круто, ребята. Вот мне могло вообще золото просто выпасть, так на тебе монетки. Радуйся, радуйся, хе-хе, бой. Ага, мне выпало дальше из этого ящика гаджет, потом мимо и гаджет. Офигеть! Я серьезно в шоке, ребята. Вот хорошее у меня настроение, и это настроение не испортилось. И два имбовых гаджета, и одна, не знаю, какая имбовая или нет, пассивка. Ну, пассивка на справа-то первая намного лучше. Я ее, кстати, купил за монетки, за 2000. Окей, ребята, к сути ролику. Цель 25 тысяч кубков. Не знаю, затянется это надолго или нет, потому что я не буду сильно много играть. Вот сегодня я планирую взять 22 тысячи. Вот за этот вечер, как бы 130 кубков, это немного, плюс у меня куча бойцов, которых надо на 650, я всех на 650, потом всех на 700, потом в скором времени мне выпадет Гейл, потому что я его заберу, возможно, Макс выпадет, это очень вероятно, потому что я, наверное, подкачал шансы на легендарку. Так, кстати, какая акция, давайте посмотрим в этой акции. Вау, посмотри ты, просто гля. На легендарного бойца 2, почти как на мифика. В смысле, подожди, это же этот Гейл. Гейл как легендарный в этом сезоне, точно. Ну, нам ребят... Что я говорю? Подожди. Я просто на радостях, ребята, не выговариваю слова нормально. Нам, ребята, с вами очень повезло, так как на пассивку шанс 1%. И плюс мы открыли немного ящиков, и нам выпало 3 таких вот вещички неплохих. Кстати, что-то ржачно было, да, только что, когда я так сказал, ребята, да? Ну да, надеюсь, ржачно. Что я несу вообще? Вот что я несу? Перезаписывать или нет? Ладно, нет, такое нельзя перезаписывать. Хоть я и затупил, начал всякую фигню говорить, как всегда. Давайте возьмем... О, Нита, кстати, с гаджетом. А Джесси, подожди, Джесси у меня на 650 висит. Ага, нет, я ее сейчас не буду трогать. Давай на Нити. И предлагаю пойти в Бравл Болл, так как карта вроде подходит. Да, карта подходит. Да, я просто забыл уже, какая карта на эмоциях, на радостях. Ну просто серьезно, два имбовых гаджета, которых я хотел, чтобы они появились в магазине. Ну а прикиньте, если бы еще гаджет на Ворона выпал, я бы тогда вообще офигел. Мягко сказано. Давай. Ну же. Блин, я не слежу за игрой, я пока не говорил, я не увидел даже, что там творится. Окей, сейчас мы набьем ульту и активируем наш супер гаджет. Ну, конечно же, на нем надо еще уметь. Ой-ой-ой, а у нас проблем. Офигеть. Круто. Дайте я потише сделаю, орет, если честно. Вам, возможно, не слышно, но мне орет уже. Не хочется слушать эти звуки, вот эти вот поражения. Так, медведь, пошел. Пошел! Давай его! Вот так вот, хорош. Давай, отлично. Ну, блин, пожалуйста, я хочу выиграть. Я не хочу сливать на видос. Пожалуйста, нет, ну что я так туплю? Почему я так туплю, интересно? Вот сейчас выключу камеру и выключу запись, точнее, и все будет вообще как по маслу, серьезно. Так. Подожди, давай медведя вот сюда запустим. Динамайк. Блин. Да, Биби, ты не можешь попасть, серьезно, какая же ты рачела-то. Ну, рачела какой-то, ну, серьезно. Видели, как она динамайка не могла убить? Просто ужас, позор, фу. И мы проиграли. Ой, такой стыдной игры я еще не записывал. А Биби где-то ходит там, блин, тусуется где-то там за углами. Ну, короче. Короче, мы проиграли, и это не может радовать. Пошли еще. Сейчас, надеюсь, тиммейты будут нормальные, а не какие-то рачелы. Кстати, новый скин на Мортиса. Я даже его тестировать не буду. Вы все знаете, что он очень крутой.
Но 150 гемов у меня, к сожалению, нету сейчас. Сейчас, пока мест нету. А донатить я сейчас просто гемы не буду. Потому что это очень тупо, без акции, да у них гемы, это фигня. Так, 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 отлично, Мортис. Где я тебя убью, родной? А, Голосо, есть, отлично. И, кстати, ребята, если вот вы хотите... Вот напиши коммент, если ты хочешь обзор на обновление, которое будет в июне. Я могу это сделать, но, блин, есть риск, то, что кинут страйк. Но я, конечно же... Если вы хотите, я это сделаю. Но если нет, то нет. Ну, как бы, напишите, хотите увидеть геймплей Нани, новые скины протестить в моем видосе. Если хотите, то пиши. А мы, к сожалению, пропускаем первый гол. И нужно тащить. Ну, Мортис у нас сливается, как последний. Так, пожалуйста, давайте забьем и все. А, ну куда ты пас дал? Хотя не, нормально. Нормально, и я... Ну, да-да, Мортис затупил, он просто... Он просто затупил. Не буду больше ничего про него не говорить. Но он затупил, прям жестко затупил. Окей, окей, мы победили. Ну давайте еще одну каточку. На нити, с гаджетом, нормально. Нормальный гаджет, вообще. Щики-пуки, просто всех стопаем и мочим. К сожалению, да, два заряда. Но вот когда у меня не было этого гаджета, я бомбил, серьезно. Мне так бомбило, когда Нита стопала всю команду нашу. И нас всех убивали. Бит, бит. Куда ты бита взял? Ты что, вообще тупой, блин? Какого бита? Я не понимаю. Бит. Бит уже не мой любимый персонаж, как это было раньше. Раньше, помню, фанател от бита. Но сейчас это мне очень не нравится, этот боец. Хотя раньше мне он нравился. Вот так вот подвел я бита. Ну, вы, наверное, не в курсе, но я его на 900 апал, когда еще он был супер имбой, и тогда он у меня был любимым бравлером. Но прошли времена, и бита я не апнула 1000, как это говорил когда-то. В старых видосах еще, не новеньких. Можете, кто хочет, посмотреть, понаходить. Но лучше не смотрите мои первые видосы. Хотя, блин, после этой фразы вы пойдете смотреть мои первые видео. Очень логично я сказал, не смотрите, ведь я знаю то, что вы 100% сейчас пойдете вниз искать мои первые видео. Только, пожалуйста, не нужно писать ничего под этими видео, потому что я их не буду удалять, ну, хотя я где-то 30 видео удалил. Ну, а самое первое я оставил просто, ну, как бы на память. Отлично, мы проиграли. Да. Давайте, ребята, по щелчку пальца... Сейчас вы увидите, ну так, где-то, не знаю, ну давайте 900 кубков, где-то так увидите сейчас, давайте. Чпоньк. Ну что же, одна каточка осталась, ребята, давайте дожмем эту каточку и будет 21900. На Пенни, я взял Пенни, так как я ее больше всего слил, она у меня на 600 кубков. О, и против нас Гейл. Не круто на самом деле. Против Гейла не особо легко играть, так как он не у всех есть, и как бы опыта против этого персонажа играть не особо много. Так, ну пожалуйста, давайте забьем, по Бырику забьем и выиграем. Нет, видимо, по Бырику не получится. Так, надо вот этого вот деда убивать потихонечку, давай. Давай. Не, ну достала, блин. Ну я сам виноват. Ну почему я лезу сам? На ниту, блин. Капец. Блин, у него медведь еще есть. Ну это вообще... Плюс у нас два танка в команде. Что тоже не очень круто, так как... вот, к примеру, Булл вообще, ну тупо ничего не сделает. Ну что он делает? Ну просто вот прыгнет, сольется он от медведя даже. Или от Гейла. И все, блин. Да хотя я тоже, блин, не особо тащу в этой катке. Блин, надо ставить назад, дефаться. Ой-ой-ой, я случайно поставил. Ну вы видели, я же поставить хотел ее за заборчиком. Случайно поставилась как-то она перед заборчиком. Ладно, забьем на это. Есть, попал. Гейла, ну почему они на лоу хп просто сидят себе и все?
Так, пожалуйста, давайте тычку мне дайте. Нет, видимо, мы не выиграем эту катку. С такими, блин, очень крутыми тиммейтами мы, скорее всего, не затащим. Так, поставься назад, пожалуйста, не надо приколов этих. Так, есть. Отлично, я убил. Точнее, не я, но, блин, я убил. Все. Так. Есть, отлично. Так, я на молчаночке, ребята. Просто хочу затащить, не хочу, блин, перезаписывать и бомбить. Просто надоело сейчас играть. Пойду сейчас отдохну полчасика и пойду 100 кубков добью. На сегодня хватит. Так, есть. Есть! Ай-яй-яй, ну почти. Сейчас ждем тайминг. Бул, ну давай же ты, затанкуй нормально. Так, блин, ну что мне делать? Бул, пожалуйста, иди вперед, ты набивная котлета. Так, окей, давай отдадим пас. Неважно кому, просто меня убьют. Бул, тащи. Да, молодец. Слава богу, Бул не оказался очень крутым гением в игре Brawl Stars, который не забьет в пустые ворота. Слава богу, ребята, да, есть 21 900. И мы с вами продолжаем, короче, пушить. Но это не конец. Какой конец? Вы что? Я даже не буду говорить то, что мы продолжаем. Вы сами знаете то, что мы берем 25 тысяч. Нелегко будет. Я, возможно, за 2 сезона возьму 25 тысяч. Но, надеюсь, возьму. Все-таки рекорд должен быть 25. Ну, а спросите вы, что будет после 25 тысяч? Какая будет новая цель? Отвечу я вам, перс на 30 ранг. Любой перс, не знаю, буду я в 3 на 3 играть или в соло шедем. Просто у меня команды нормально нету для 3 на 3, к примеру, как у Холдика там, ну понятно. Ну просто мало кто хочет брать, точнее все хотят 30 ранг, но не все возможности, не все могут это сделать. Вот, к примеру, у меня в половине даже больше клана. Ну, к примеру, вот у таких топов, как End Hero, например. Ну, не топ, ну, как бы, хороший игрок, у которого 12 тысяч в 3 на 3, то у него ни одного бойца на 30 ранг, но почти все, почти кроме Гейла, на зелененьком ранге. К примеру, вот у Грозного там, например, посмотрим, у него 30 ранга нету. Нету тоже, видите? Ну, к примеру, все, кто играет тоже топово, типа, ну, у них тоже нету 30 ранга. Ну, это, конечно же, ребята, очень сложно, но, возможно, мы когда-то возьмем 30 ранг вместе с вами. Ну, не с вами, а как бы вы будете смотреть за этим процессом, не с вами играть, а, ну, короче, вы поняли. Ну, а с вами был Нетплей сегодня. Крутой мы улов сделали, 2 гаджета, 1 пассивка. Очень я доволен. Надеюсь, вам тоже понравилось видео и вы поставили лайк и подписались на канал. Всем удачи и всем покедова.